Они такие милые. Как же их нам назвать? Я придумала им имена. Черничка. Ломка. Ломка и черничка. Я приручусь позже. Спустя 5 лун. Еще 1 луна, и мы будем оруженосцами. Ломка, но я... Только представь, мы будем сражаться бок о бок, ты и я. Братец, выслушай меня. Да, черничка? Я боюсь быть оруженосцем. Может, не стать ученицей стрелапки. Не говори чепуху, черничка. А вдруг я буду только мешаться под лапами? Даже не вздумай об этом думать. Ты будешь хорошим оруженосцем. А если что, я помогу. А вдруг мне не понравится? Или я не смогу что-нибудь сделать? А если так, то когда мы будем воителями, я буду твоим наставником. Ладно, Ломка, я стану оруженосцем. Спустя 1 луну.